Сейчас его семья не в состоянии оплатить себе продукты и коммунальные услуги. Один из сыновей Иркана страдает аутизмом. Из-за растущих цен денег не хватает даже на основные продукты. Вы можете переслать на счет Абдурахима, одного из сыновей Иркана. Любая сумма поможет им оплатить счета и закупить еды. Семья Иркана участвовала в сборах помощи, а теперь сами нуждаются в поддержке народа. Давайте не будем равнодушны.